Игрушки, мама и папа. Люди. Сказочники, наверное. Учичи. Смотрите. Мой дедушка так готовит. Покупает тесто, покупает фарш, потом тесто он стаканом делает, потом тесто в кругляшки, и потом он туда ложит фарш, и потом делает такую форму для пельменей. Пельмени? Странный вопрос мне задали. Может, с мясом. Сварить их и все. Мне кажется, что они выглядят как червяки. Они как слизь над глазами. Какой может быть черный? Очень маленькие, такие мерзкие. Вредные.